Ну что, продолжим путешествие. Четыре испытания. King in the north forced the dwarves to make a sword that would never fail and never rust, and that would slice through iron and stone and bring victory to its bearer. But the angry dwarves cursed it. Слои It would гнома be the надели death of меч. a man every Наделили time it меч was drawn, проклятием. Кто-то должен умирать каждый and раз, когда меч it would вынимают be из the ножен. death of the king. И он от него же погибнет сам Let me король. tell you about the sword Tyrfing. Тюрфинг. So strange that we go to such lengths to bury death. Something so very Действительно, ordinary. люди долго столько усилий, чтобы похоронить мертвых, а ведь это нечто обыденное, неизбежное. Как будто все сговорились спрятать смерть, потому что другого ответа у нас на нее нет. Так, я что-то вижу. Страшненько. Dillian, I'm here. I'm here for the trials, like when we first met, remember? There he is. Dillian, there he is, finally. You found him. What's wrong? What happened? Can you hear me? Just wait there. I'll find you. Find him, get him back. He was just there. How could you lose him? How could she lose How him? How could she? Find him. Senua, Senua, ты напоминаешь мне историю, которую рассказывают северяне о деве воительнице. Хервард была дочерью Берсека. Она родилась уже после смерти отца. Она была диким, своенравным ребенком и сама научилась владеть оружием. Когда она узнала, где похоронен ее отец, главным желанием девушки стало получить похороненное вместе с ним сокровищем, и прежде всего, меч Тюрфинг. Mm.
Везде тупик. Ну, поджечь можно. Так, нет, назад. Почему она не бежит? Ну, щита вроде не было еще, если я правильно поняла. Так, я по кругу хожу просто. Хервер, переодетый мужчина, присоединилась к отряду воинов и вскоре стала их лидером. Когда наконец они приплыли к острову, где был похоронен ее отец, ее люди не захотели сходить на берег. Они говорили, что зло поселилось на острове, и что днем там было хуже, чем в некоторых местах ночью. Бесстрашная дева сошла на остров одна. Повсюду она увидела могильные курганы, над ними мерцали призрачные огни. Пройдя сквозь эти огни, похожие на туман, она подошла к могиле своего отца. Зато пламя, через которое прошел я, было очень даже настоящим. Хела, возьми всех северян. Наверное, все-таки идти на... Что такое? Ты ходишь по кругу. Подойдя к кургану, Хервор обращается к своему отцу, прося его пробудить от смерти и отдать ей меч. Она говорит, что не подобает мертвым прятать в своих курганах ценное оружие. Отец отвечает ей предостережением: «Ты накликаешь на себя беду. Некоторые руны окружают тебя. Ты сошла с ума, потеряла рассудок. Твои мысли спутались. Будить мертвым живым опасно». Я ведь уже сказал, что он напоминает на тебя. Don't stop now, don't give up now, find a way. You're too close to stop. It's in there.
Я уже зажгла факел. Where are we? She has no idea. We're going round in circles. You have fallen in. You think that sound is Dillian's voice? It's a trap. You got right into their hands. They have you right where they want you. How could you? You think that voice is Dillian's? It's not. It's beckoning. Что-то совсем непонятно. Тут только два пути. Один тупиковый и второй, который точно такой же. It's not Dillian. Страшненько. Воу-воу-воу-воу-воу. Thank you.
Ладно, придется идти в страшную, страшную дверь. Ага, тут это не пройти, собственно. Чё-то сегодня какие-то дропы. Очень странно. Ну вообще щит другой. Нужно просто правильный поворот. Мы опять пришли сюда же? Так мы же уже здесь, нет? Как это все очень долго, это только первое испытание. Какое-то солнышко. Так, вот это красная комната. А тут не пройти. И там тоже не пройти. Ой. У меня вибрирует контроллер. Очень-очень странно. Здесь нет, не проходит ничего тут. А, блин, думаю просто дверь открыть. Ё-моё. Я думаю, это какой-то перегороженный... Не забор. Отец? Я ухожу. Я решила. Думаю, так для меня будет лучше. Это тьма говорит из тебя. Нет, отец, это я говорю. Думаю, я справлюсь. У меня есть свой путь. Я вижу тьму в твоих глазах, дочь. Никакой мальчик тебя не спасет. Когда он видит, как в тебе расползается гниль, он отвернется от тебя. Только боги могут исцелить тебя моими руками.
Ты никуда не пойдешь. The gods can only fix you through my hand. You're going nowhere. No. Ты не можешь бросить вызов богам. You will not defy the gods. Come, child, take my hand. Пойдем, дочь моя. Возьми меня за руку. You cannot escape the darkness. Your curse will make everyone suffer. You will have blood on your hands. Это было первое испытание? What if this is pointless? What if you're wrong? Что, даже сражаться ни с кем не пришлось? Значит, тут мне не спуститься, да? Отлично. I saw once a plague strike northern lands of ice. It was so terrible that not the oldest man among us could remember the life. Hundreds died. Северные земли. Бедствие было ужасным. Даже самые древние старики не помнили ничего подобного. Болезнь унесла почти всех, кто был моложе 40 лет, и многих стариков. Бывало, что умирающие больные женщины рожали детей, и дети, повлиявшие из... Наконец-то я могу бегать. She went to the river with Dillian and the others. But the water, she could taste the rot. But no one else could. She knew something was wrong, something sinister. She begged them to leave, but they just laughed at her. But soon enough, as the bodies piled up, no one was laughing. Не вижу, куда идти. Тупик какой-то.
что, не сюда надо было идти разве? Да. Цвет. Так, тут только один проход, это вот это. Больше особо некуда идти. И подняться тут нельзя. Тут есть ворота, которые не горят. А, блин, опять надо было просто пройти. А, там лестница есть, я вижу лестницу. Окей. И тут аж... двое ворот. The Northmen speak of a death moon, a light shaped like a half moon that appears inside a house and goes around the walls. I once saw the death moon appear at a farm, and first the shepherd died, then a guest died, and then the farmhands, and then the farmer and six of his men drowned at sea. But that is not the end of it, because the dead return to haunt the living. If you see the death moon, then beware, because there will be death in that house. Mm-hmm. Полумесяц, значит, смерть. That's it. You did it. She did it. It's not done yet. Just a small piece of the puzzle. Угу. Ну как теперь лесенку? Может, зайти можно? Нет, конечно же нет. I
Туда она не хочет идти. Сюда она не хочет идти. Сейчас надо прыгнуть, она не сможет. А второй лестницы нет. А зачем, собственно, идти на тот мост? Мне кажется, не особо надо. Это дает, это ничего не дает. Ну окей, мы расчистили дальше, расчистили дальше-то что? А что, собственно, вот эти врата делают, кроме как... Так, а зачем, если можно пройти сбоку? Ну, разве что теперь я вижу дощечки. Они все равно как иллюзия пока. Нет, там нельзя. Ну вот же ж лестница, а как до нее добраться-то? Может, как раз эти врата и делают что-то?
Да нет, вряд ли. Так же не пройти. Тут что-то висит. Что это дает? Да, застревать на таких элементарных вещах. Senua, come to me. Where are you? I'm here. I'm right here. Are you in there? Where is Come he? Out if you I'll want. You have to find him. Gosh. They're coming for me. Блин, ё-моё. А-а-а, всё горит, всё горит, всё горит, всё горит. Поход придётся начинать сначала. Да камон! Я
Да. Вы шутите, что ли? Как тут разберешься вообще, куда идти? Так. Да, отлично. Фокус, и тебя тут зажигают. Просто, просто. Просто волшебно. Нет, что-то сегодня никак не получается. Что-то сегодня вообще как-то неудачно все. Поэтому, может, вечером продолжу или завтра.